Трамп плодотворно обсудил торговлю с Си Цзиньпином. По словам американского президента, обсуждения идут успешно. На саммите G20 в Аргентине запланированы встречи. Президент США Дональд Трамп сообщил о плодотворном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам американо-китайской внешней торговли. Только что у нас был длительный и очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили многие темы, уделив особое внимание торговле. Также хорошо обсудили Северную Корею, написал Трамп в Твиттер в четверг, 1 ноября. По словам американского президента, обсуждения идут успешно, на саммите G20 в Аргентине запланированы встречи. В октябре рынки встревожили сообщения о том, что предполагаемая встреча двух глав государств в Аргентине может сорваться из-за непримиримости их позиций по торговым вопросам. Напомним, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе. Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.